Сразу несколько шикарных рыжих котов ждут своих хозяев в приюте Мурдом. По поверьям, животные рыжего окраса приносят в дом счастье. Выделяется среди всей разношерстной компании пушистый Лютик. Его привезли зимой с огородов вместе с сестрой Люсиль. Коты были в очень плохом состоянии. Животных пролечили, стерилизовали и вакцинировали. Люсиль сразу нашла семью, а вот Лютик у нас до сих пор сидит, хотя это очень странно, потому что кот просто роскошный, он пушистый, красивый такой. У него очень красноречивый взгляд, и он очень ласковый, мурчащий. Чаще этот кот замечательный. Лютик хоть и молодой, и ему год, но очень спокойный. Носиться по квартире и все сшибать на своем пути он не будет. Кот ведет размеренный, неторопливый образ жизни. Он этакий домосед. Также в приюте живет рыже-черно-белая Эля. Прихожане монастыря попросили ее взять, потому что она была беременна. К сожалению, котят спасти не удалось. Мы ее стерилизовали. Вот. У нее немножко с глазками проблемы, но это поправимо. Подойдет спокойным людям. В возрасте. Она не игривая, как все, она спокойная, она ласковая. На руки она пока дает с трудом, но мурчит, как трактор. Все животные очень ждут, когда их заберут в любящие семьи. По всем вопросам обращайтесь к волонтерам приюта Мурдом по телефону +7 908 762 09 51.